веселое время, сколько разных забав на свежем воздухе, и все хочется перепробовать. Правда, погода в наших широтах любит кусаться холодком. Чтобы не жалеть о потраченном на свежем воздухе времени, следим за погодой. Причем важную роль играет не только температура воздуха, но и влажность. Чем она выше, тем больше риск продрогнуть. Соблюдаем принцип капусты в одежде и следим, чтобы между слоями оставался воздух, он и обеспечит тепло. Если все же чувствуете, что замерзли, сначала оцениваем свое состояние. Кожа сильно побледнела, ее покалывает, чувствуете онемение или другие угрожающие симптомы, сразу обращайтесь к доктору. Если замерзли не так сильно, то срочно ищем теплое помещение, подойдет даже магазин или кафе. Немного согрелись, сразу отправляемся домой переодеваться. В первую очередь, это, наверное, надо поменять одежду, скажем, или мокрая, то есть на сухую. Второе, это, наверное, все-таки надо, опять же, согреться, еще больше, скажем, вещей теплых на себя одеть. Ну, к примеру, просто укутаться в одеяло. Следующий этап – согреваемся изнутри. Помогут углеводы, подойдет даже шоколадка. Организму нужна энергия для выработки тепла. А еще сейчас самое время напоить себя вкусным и полезным горячим напитком. Только не кофе и уж точно не алкоголем, настаивают специалисты. Зато чай с лимоном, медом и имбирем не только согреет, но и подстегнет иммунитет. А вот погружать в горячую воду себя целиком в ванне или душе – не самый лучший способ согреться. Это не рекомендую. Делать, то есть общее согревание. То есть можно пользоваться отдельными грелками, которые сухими. Целиком вам не рекомендуется в целях возможность получить, ну, скажем, сердечную аритмию. Еще специалисты не рекомендуют растираться ни на морозе, ни после того, как пришли в теплое помещение. Доктора советуют делать так. Сначала укутываемся, располагаемся рядом с источником тепла и расслабляемся.